Для определенности остроугольный треугольник. Проведем высоты. Обозначим буквой H точку пересечения. Возьмем середину стороны и проведем окружность с центром через центр в середине стороны через точку пересечения. Получим некоторые две точки пересечения с прямой. Точно так же можно сделать в остальных местах. То есть здесь провести вот такую вот окружность. Здесь взять точку, тоже провести такую окружность. Мы получим 6 точек. Докажите, что эти 6 точек лежат на одной окружности.